Здравствуйте! Вы на моем канале «Умно и разумно», где прямо сейчас я вам расскажу несколько хороших и полезных советов для вас и для вашего здоровья. Грибок ногтей – это инфекционное заболевание, при котором грибок проникает в ноготь и постепенно разрушает ногтевую пластину. Здоровые люди редко подвергаются заражению, тогда как те, у кого снижен иммунитет, очень часто. Имейте в виду, грибок ногтей, даже если он не доставляет никаких неудобств, кроме косметических, это системное заболевание. Инфекция продвигается внутрь организма и может поразить внутренние органы, так как бороться с ним необходимо, и чем раньше, тем лучше. Поскольку ногти на руках и ногах у нас растут несколько месяцев, проводить лечение грибка любым способом необходимо в течение нескольких месяцев, до появления нового полностью здорового ногтя. Неудачи в лечении могут быть вызваны именно тем, что курс лечения не был доведен до конца. Лечение грибка ногтей в домашних условиях производится так. Надо массировать ногтевые пластины и прилегающую к ногтям кожу эфирным маслом чайного дерева ежедневно, вечером после мытья ног и рук. Надо протирать ногтевые пластины салициловым спиртом на ночь. Смазывайте ногтевые пластины эвкалиптовым маслом ежедневно на ночь. Нужно делать ваночки с настоем чайного гриба. Приблизительно 3-4 недельного настаивания по 20 минут через день. В летнее время ежедневно нужно смазывать ногтевые пластины соком чистотела 3 раза в день. В запущенной форме накладывайте на ногтевые пластины ватные тампоны, пропитанные настойкой прополиса. Ежедневно. Накладывайте на ногтевые пластины тампоны, пропитанные противогрибковыми эфирными маслами. Это пихтовое масло, масло лимона, чайного дерева и эвкалипта на 1-2 час. Одну чайную ложку медного купороса, он продается в отделах для садоводов. Нужно растворить в стеклянной банке в 1 литре воды и вылейте в эмалированный или пластмассовый тазик, но ни в коем случае не в металлические. Делайте ножные ванны по 15 минут через день. После ванны дайте высохнуть остатком жидкости на воздухе. После того, как пораженные участки ногтя размягчатся, они станут пористыми. Обрежьте их или спилите их пилкой. После теплой ножной ванны смазывайте ногтевые пластины уксусной эссенцией аккуратно, чтобы эссенция не попала на кожу, прилегающую к ногтю. Процедуру делайте ежедневно. После теплой ножной ванны смазывайте ногтевые пластины настойкой йода. Процедуру делайте ежедневно. Если начнет чувствоваться жжение, делайте процедуры тогда 1 раз в 3 дня. Желаю вам здоровья!